Здравствуйте, дорогие друзья, и сегодня в Epic Game очередная халява. С вами Розе, и поехали! Станьте зомби, творите беспредел и жрите мозги. 1959 год, город Панчбоул, столица прогресса и образца прекрасной жизни. Однако вам предстоит доказать, что закон и порядок ничего по сравнению с целеустремленным зомби. Твой парень вернулся, Мэгги, и Панчбоул в опасности. Стёб зомби, бунтарь без пульса. Блин, тут можно даже играть два игрока. В одиночную игру сыграем. Давай нормально. Город Пенсильвания на окраине Пенсильвании вступил в 21 век на 50 лет раньше. Добро пожаловать в Панчбоул, город будущего. Здесь, в Панчбоул, с помощью экспериментальной науки и самых современных технологий был создан самый настоящий футуристичный рай. Этот город не похож на другие. Свободный от преступности, загрязнения окружающей среды, нищеты и других бед больших городов. Физический труд остался в прошлом, теперь им занимаются роботы. И в Панчбоул все работает как часы. Люди не перестают говорить об этом, но оно и не удивительно. Панчбоул — это верх старой доброй американской изобретательности. Почти все это создано известным ученым доктором Германом Вье. Теперь он гражданин Америки и работает на самую добропорядочную страну. Но кто финансирует этот фантастический экскурс в мир будущего? Никто иной, как миллиардер, плейбой, промышленник Эндрю Монтак. Гения мечтателя, который заправляет этим городом, обожает вся Америка. Сегодня утром на торжественной церемонии открытие самый богатый человек в мире сказал следующее. Здесь, в Панчбоул, впервые в истории человечества жизнь стала такой, какой и должна быть, свободной от всех невзгод. Со временем весь мир станет похожим на Панчбоул, но пока он такой один-одинешенек, как свет от чистоты и человеческих возможностей, в мире социальных потрясений и морального разложения. Смелые слова из уст смелого человека. Сирота. Добившийся богатства и славы, невероятнее этой истории только город, который он построил. Все его жители словно попали в будущее, и ни у кого из них нет никаких проблем. Это я, походу. Бери руки от моей сосиски. Доброе утро. Он украл мой хот-дог. Это было грубо. В Пинчбоул запрещено воровать. Вы должны это вернуть. Если вы хотите перекусить, я могу показать вам несколько замечательных ресторанов Панчбоула. Да иди съешь что-нибудь еще, придурок. Давай убирайся отсюда. Он украл мой хот-дог. Нажмите R или левая кнопка мышки, чтобы атаковать. О боже, похоже, у него инсульт. Нужно попытаться понизить давление в его голове. Нажмите E. Воу. Класс, благодарю вас. Он успокоился, он даже больше не дергается. Думаю, это нема за шо, детка. О, какая глупая, я даже не представилась. Я экскурсобот, моя задача предоставлять вам любую информацию о нашем прекрасном городе. Хотите полную экскурсию? Используйте мышь, чтобы осмотреться. Ой, да ладно, я знаю, что вы влюбитесь в Панчбоул. Следуйте за мной, нам так много нужно увидеть. В моей памяти целых 640 килобайт забавных фактов о Панчбоуле. У нас уйдет несколько часов, чтобы изучить все это. Почему бы нам не прогуляться немного, чтобы вы сориентировались? Вы неплохо справляетесь для человека с дырой в животе. Если хотите, можем посетить центральную больницу Панчбоула. Там вас осмотрят. О, но сначала вам нужно столько всего увидеть. Идем. Сигареткой такой. Кажется, там что-то произошло. В Панчбоул никогда не бывает скучно. Пойдемте посмотрим. Доброе утро, офицеры. Тихо, экскурсобот. Так, приятель, ты пойдешь с нами. Да, офицер, мы только начали экскурсию.
Экскурсия окончена. Нам не нужно, чтобы больной бродяга с уродским галстуком шлялся по улицам в день открытия. Да, и мы не хотим прикасаться к этому парню. Фу. Именно так. Так что мы постоим здесь тихонько, и ты сядешь на заднее сиденье патрульной машины, и все будут счастливы. Меня это не обрадует. Мы ждем. Жми, жми, жми. Похоже, выбора у нас нет. Сожжите мозг жертвы. Нажмите Е. Вы можете подкрасться к врагу сзаду и сожрать его мозг. Нажмите Е. Левая кнопка мышки, чтобы продолжить. Мне типа сзаду только надо, что ли? Что случилось? А, все понятно, у тебя газы. Я отойду сюда на минутку, пока ты не облегчишься. Нажмите F, чтобы использовать Fatality. Ебать. Опа, это они тоже зомбаки теперь. Ты не задумался о смене диеты, тебе и правда нужно. Ебать, это трешак, жесть. Мы никогда ничего не добьемся, если не уберем этих парней с дороги. Подойдите к одному из них сзади. А теперь подтолкните в нужном направлении. Замечательно. А теперь мы можем продолжать экскурсию. Почему бы тебе не позвать своих новых друзей? Для начала стой совершенно неподвижно и сверли их взглядом. Чтобы посмотреть на зомби, используйте мышь. Теперь нужно свистнуть. Z. А, это типа обучаловка, я понял. Прикольно, прикольно. Опа, через Shift ускорение. Нам еще многое предстоит увидеть, и я не хочу, чтобы ты рухнул от усталости до конца экскурсии. Если ты чувствуешь усталость, или запыхался, или испытываешь мучительную боль, потому что кто-то просто подбежал и ударил тебя без всякой причины. Отдохни несколько секунд, расслабься и восстанови силы. Вдохни поглубже пару раз и почувствуй себя лучше. Хорошо? Превосходно. Я пойду к воротам. Приходи, когда будешь готов. Берегите себя, веселитесь, жрите мозги. А ну иди сюда. Жесть, жесткая игра, ты шо? Опа, пачки, стрельба, валим. А ну фас, мои зомбаки, а ну. Давай я с вами, давай, давай, давай. Давай, жрём их нахер. Жесть. Иди сюда. Сюда иди. Давай. О. Класс, я восстанавливаю хпшечку. Ебать, это зомбака уже. Так, что мне делать? Надо, тут есть какие-то задания. Контрольная точка, настройки, покинуть уровень. Продолжить игру. Так, о, мне цель указали. А, мне на них надо смотреть, чтобы их позвать.
такие, погнали, хлопцы, бля. Вижу цель, не вижу препятствий. Да, графика, конечно, такая, но атмосфера это что-то, это нечто просто. Монорейл это типа поезд. Бригада, давай резче, блядь. Бля, мне сейчас ебануть. Уворачивайся, блядь. Давай. Блядь, у хпшечки, сука. А ну фа, саппорт нахер. Че они именно по мне стреляют, блядь? Толпа такая бежит. Так. Есть. Так, пашечку восстановили. Так, уворачиваемся. Так, хоп. Так, хватай его нахер. Есть. Ебой. Так, мы дошли до места. Вам нужно бежать. Монорейс панч был лучший способ передвижения по городу. Вау, монорейс. Это шеф полиции. Что, черт возьми, происходит? Вы не поверите, сколько звонков нам поступает в участок. Помогите, кто-то пытается сожрать мой мозг. Похоже, у какой-то собаки бешенство или что-то типа того. Разберитесь с этим побыстрее, парни. У кого-нибудь еще остались патроны? Да? Монорейс прибывает. Пожалуйста, держитесь подальше от края платформы. Добро пожаловать в полукруг плодородия, где трава всегда зеленее. Сегодня в самой современной оранжерее мира вы увидите меня, Мэгги Монтак. Опачки, что происходит? Вас все устраивает, миссис Монтак? Да, сынок. Вы уверены, что вам ничего не нужно? Лимонад, сигаретку, массаж ног? Нет. Я что? Нет, ничего. Вы хороший человек, мистер Скинхед. Но вам что, нечем заняться, кроме как приставать к матери вашего начальника? Я просто делаю свою работу, миссис Монтак. Эндрю просил присмотреть меня за вами, и я хочу убедиться, что ничего не случится плохого в течение этого чудесного, потрясающего еще длинного дня. Сынок, посмотри сюда. Пойдемте со мной, миссис Монтак. Похоже, здесь небезопасно. Нам лучше отправиться ко мне. Хорошая попытка, мистер Маккинес. Вау! Это что такое? И чё? Бля, что за говномёт? Бля, музычка вообще мощь. Бля, говномёты, бай. Закидай говном нахер. Так. Куда мне идти? Куда? Цель, где моя цель, алё? Мяу! Здесь приятно играется вообще. У-ху! Ур, говно полетело, блин. Стыка, это так прикольно. Я не пойму. Возможно, мне сюда? Да. Опа. Сейчас армию новую сделаем. На, пинка, бляй. Так, где моя братва? Алло. Меня бьют, алло, братва, вы где? Жесть, чисто по кайфу. Как там? X, блядь, что я нажимал, я не помню.
А, во. А, это присесть. Блин. Сюда иди. Так, ну там братва, я думаю, справится. Так, нажмем красную кнопочку. Чтобы управлять транспортом, управление. Так, ладно, давайте на этом и закончим. Вот такая вот игра. Прикольная игра. Он на меня похож чем-то. Похож один-один, только я не курю. И вам не советую. Если хотите, чтобы я поиграл в этот трэш игру, пишите, пожалуйста, ставьте лайки. Всем до скорых встреч. С вами был Розе. Всем до новых встреч.